Всем привет, с вами канал Супер Андроид. Сегодня у нас видео о интересной команде, которая позволит вам устанавливать приложение от имени Play Market. Сценарии, которые нужны для такого типа установки, я описывать не буду. Я думаю, кто нашел это видео, тот сам знает, что ему нужно и для чего это все используется. Будем использовать программу LADB. О программе LADB и подобных программах у меня есть видео на канале. Можете посмотреть, и мы же запустим LADB и сразу же будем использовать нужную нам команду. Я ее сохранил в закладочке, команду дам в описании видео и в первом закрепленном комментарии, чтобы вы могли скопировать. Помимо всего, нам потребуется дополнительно еще какой-нибудь файловый менеджер. Я использую менеджер Files от Google, который умеет показывать путь и, возможно, копировать. Команда будет выглядеть следующим образом. adb install i.com android vending. Нам эту команду необходимо скопировать, вставить ее в поле shell команды и далее идем в наш файловый менеджер и ищем приложение. Приложение, как вы понимаете, естественно, должно быть скачано на ваш смартфон, на ваш планшет, и выбираем приложение. Выбираем данное приложение, берем информацию о файле. Давайте возьмем другое приложение. Это приложение для виджетов. Вот у нас есть редактор, информация о файле. Копируете долгий таб «Скопировано», возвращаетесь в ваше приложение для работы через командную строку при Wi-Fi отладке, ставите пробел и вносите данный путь в строку, после чего нажимаете «Установка». Дожидаетесь, пока пройдет процесс, и сейчас после установочки посмотрим, куда наше приложение сохранилось и как это все будет выглядеть. У нас идет функционал success, то есть у нас есть установка, установка завершена. Можно теперь поискать приложение и посмотреть о нем информацию. Вот VideoLab, берем информацию о приложении. Приложение загружено из Play Market, и по нажатию, разумеется, сюда же будет все переходить. Вот такая вот интересная команда, которая будет многим полезна. А я же на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!